Защищайся, мальчик. Защищайся. Айлин. Спасибо, что заехал. Мама. Спасибо вам, мистер Чехман. Все. Итак, где же девочка? Меня ведь просили. Не шуми, Хэл. Они вот-вот будут. Чарли, ты хорошо выглядишь. Присаживайся. Спасибо. Выпьешь чаю? Да, пожалуйста. Полагаю, ты готовишься к новому семейству? Ну, да и нет. Я буду рад вернуться к моим книгам. И уехать с фермы. Ладно, с фермы. Сколько потому, что он сын фермера, он не обязан сам становиться фермером. То есть, возможно, Чарли думает о том, как они... Ты всегда любил читать. Еще когда вы были детьми, Нелли приходила домой с книгами, которые ты ей дал. Ну, теперь это насмешка. Мне приходится читать только то, что положено по программе. Нужно лишь немного дисциплины и все. Но когда ты молод... Мама, не стоит так донимать бедного Чарли, он больше никогда к нам не придет. А мы этого не хотим, не так? Здравствуй, Чарли. Здравствуй, Нелли. Нелли, где Виктория? Я не знаю. Разве я спрашиваю, если ты... Кто там? А, как красиво! А, как тебе подходит? Иди в зеркало посмотри. Смотри. Иди. Зеркало, где зеркало? Айлин, где зеркало?